Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге «Великий музей мира». Пабло Пикассо. «Фигуры у горя». 1932 год. Холст масла. Официально так и не вступив в сюрреалистическую группу, Пабло Пикассо несколько раз участвовал в совместных выставках. Более того, первый номер сюрреалистического журнала «Минотавр» вышел с обложкой, созданной именно им. А творчество мастера середины 1930-х годов оказалось под большим влиянием этого нового направления. Разработка подобных форм на берегу моря началась еще в конце 1920-х годов после путешествий в курортные средиземноморские Канны и Динар. Лишь примитивная имитация глаз и зубов позволяет зрителю заключить, что перед ним человеческие фигуры. Они сливаются воедино, принимая вид аморфных структур. Эхо предыдущего классического периода Пикассо отзывается монументальности и репрезентативности композиции. Многие биографы художника связывают это разложение женских фигур с личными обстоятельствами жизни мастера. Женатый более 10 лет на русской балерине Ольге Хохловой, живописец завел роман с молодой Марией Терезой Вольтер и на протяжении всех 1930-х годов разрывался между двумя возлюбленными. Ну, вот такое описание к работе Пабло Пикассо «Фигуры у моря», 1932 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.